Страйкбольный Glock 18 на газовом баллоне с автоматическим огнем. Интернет-магазин «Попади в десятку». Пистолет внешне выполнен качественно и сделан из металла. Классический предохранитель Глока на спусковом крючке здесь есть, и он работает. Затвор пистолета можно передергивать, и во время стрельбы он движется. Затворная задержка и клавиши ее управления здесь тоже есть. Переключатель режимов огня меняет режимы с одиночного на автоматический. Мушка с целиком окрашена в белый контрастный цвет, что позволяет прицеливаться легче и быстрее. Под ствол можно установить фонарик или лазерный целеуказатель. Магазин у пистолета совмещен с отсеком для газового баллона. Прижимной винт у него находится под крышкой. Вмещает он в себя целых 25 страйкбольных шариков. Если оттянуть подаватель, то откроется удобное окно для их заряжания. Поджимной винт затягивается с помощью идущего в комплекте шестиградника. Пневматика, охолощенное оружие, самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.